финале Олимпийского резерва по спортивной гимнастике номер 25 собрались сильнейшие атлеты региона. В зале претенденты на победу в чемпионате и первенстве Омской области среди женщин, юниорок и девушек. Спортивная гимнастика – один из самых красивых, динамичных и зрелищных видов. Очень много гимнасток, которые показывают высокие спортивные результаты. Министерство спорта, естественно, поддерживает на своем уровне эти соревнования. Чемпионат области и первенство области – это один из этапов, на котором формируется команда сборной Омской области для участия в Сибирском федеральном округе и в дальнейших соревнованиях. Поэтому мы заинтересованы, чтобы эти соревнования проводились, чтобы в них участвовало как можно больше, конечно, спортсменов, чтобы у тренеров был стимул работать, ну и показывать высокие спортивные результаты. В соревнованиях приняли участие около 50 девушек. Гимнастки выступают по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера 1, 2 и 3 взрослых разрядов. В Омской области на слуху громкие победы представительниц гимнастики художественной, а не спортивной. Тем не менее, успехи и здесь есть. Достаточно сказать, что с 2010 года омички сохраняют за собой звание сильнейших в Сибирском федеральном округе. У нас, естественно, есть явные лидеры. Это девочки, выступающие по программе мастеров спорта, Алена Недоба, потому что она является бронзовым призером чемпионата Сибирского округа 2014 года. И она делает более сложную программу, чем остальные девочки. Но также и Антуфьева Настя, Митриенко Валерия, они уже тоже были участниками прошлогоднего чемпионата Сибирского округа и в составе команды заняли 3-е место. Соревнования завершены, и по традиции региональные чемпионаты первенства были отборочными. Их главный итог – сформировать сборную Омской области для выступления гимнасток уже на первенстве и чемпионате Сибири. Дело сделано, команда есть.